Счета за воду в очередной раз стали поводом для протеста. Представители партии социалистов провели перед зданием правительства митинг, на котором выразили возмущение суммами, указанными в фактурах к оплате за услуги АП-каналам. По словам участников акции, счета, которые приходят в последнее время жителям столицы, далеки от реальности, не отражают фактическое расходование воды. На деле жители потребляют гораздо меньше. 150 и 200 лей должны сверху заплатить за то, что они не потребляли. При наличии пенсии 800 лей или зарплаты 1500-2000, это просто нереально. Вот вы видите, суммы есть в 341, 350, 400, 500 лей. Это просто абсурд. Такие сумасшедшие тарифы и пенсии какие, если сравнить вот это все. Завышают это самое на тепло, завышают на воду, завышают на все. Мы хотим, чтобы люди платили только за то, что они потребляют. Социалисты утверждают, что всему виной постановление Кабмина, согласно которому все жители столицы должны оплачивать потери горячей и холодной воды, а показания индивидуальных счетчиков не учитываются. Таким образом, теперь люди должны платить и не за фактическое потребление холодной и горячей воды, а в соответствии с счетами, которые им отправят Инфоком и АПКанал. Мы будем добиваться того, чтобы постановление правительства было немедленно отменено, потому что оно нарушает конституционные права и другие нормативные акции, в том числе и закон о правах потребителя. Участники митинга скандировали «Хватит воровать», «Фактуры по индивидуальным счетчикам», «Не нарушайте права потребителей». По словам протестующих, власти своими действиями все большее количество граждан страны загоняют за черту бедности. Наталья Чайковская, Александр Смирнов, Павел Воскобой. Ведомости.